что тебе интересно рассказывать? Что интереснее? Расскажи. Канал Толмачевой Татьяны на хостинге YouTube. Зима. Замело. Сегодня... Какое у нас число сегодня? Сегодня 11 января. 2015 года. Yes. Всем привет. Давай ручку повыше. Всем привет, кого мы знаем, и кого не знаем, и кого еще узнаем. Мы решили снимать видео. Насмотрелись всех подряд. А всем точнее снимаем. Вести блог на YouTube. Да, давайте будем вести блог вместе с Толмачевым Вадимом. Толмачев Вадим. Так. Я. Да, сегодня очень темно. Слышно? Что завтра? Неизвестно. Поедем дальше. Все очень скользко, плохо. Как-то все пасмурно. Мы живем в городе Саратове. Да, в городе Для тех, кто не знает. Для тех, кто не знает, я думаю, уже все знают, где мы живем. Меня где только нет, во всех сетях, в каких только можно и нельзя. Сейчас мы проезжаем на третьей дачной, где мы раньше... Мы здесь раньше жили. Ну, давай, заедем. Вадюшка захотел у нас в Сиест туда ехать. Мы сейчас и заедем, повернем. Решили. Передвигаемся мы на транспорте от японской компании Toyota. Toyota Venza. Какая разница, мы на чем передвигаемся. Главное, мы движемся. Там уже вот я чувствую, впереди, что уже не двигаются. Может, мы зря здесь поехали? Нет, вроде нет. А? Нет, вроде нет. Этот мужчина чуть не упал. В машину он еще не проснулся после новогодних праздников. Все россияне еще долго будут просыпаться. Праздников. Я уже давно проснулась. Завтра у нас новый учебный день начнется. Ну, кто в университет, и кто на работу, кто в школу. Несколько тысяч студентов в Саратове. Несколько тысяч студентов, и ты пойдешь? Нет, я еще школу заканчиваю. Ты не пойдешь, да. А что мы будем покупать в Сибирске? Канцтовары. Какие канцтовары? Тетрадки, ручки. Всем еще раз привет. Ну, на этом наше ознакомительное видео заканчивается. Нет, мы еще не доехали. Давай доедем, и мы еще чуть-чуть не доехали. Сейчас мы доедем, повернем налево. Я надеюсь, там дороги нормальные, хорошие. Я надеюсь. Ну, давай ездим дальше. Ездим по каким-то мы с тобой непонятным местам. Нам нужно немножко перевернуть. Дорогу чистят. Но плохо. Но очень плохо. Да, очень плохо. Мужчина на Хюндай не хочет ехать.